Як нам стало відомо, події у Дніпропетровській міській раді зараз розвиваються по наростаючій. Як передають наші кореспонденти, у будівлі побільшало силовиків, а представники опоблоку та громадської сили вимагають продовжити сесію та голосувати за кандидатів на посаду секретаря. В нашій студії народний депутат України Олександр Дубінін. Він був на цій скандальній сесії, тож зараз дізнаємось, що все-таки з його точки зору відбувається у міській раді. Олександр Іванович, я вас привітаю. Здравствуйте. Ну, от наскільки остання інформація у мене є, вроді би, здання замініровано, працюють взривотехніки. Да. І так, от вашими глазами, що ж сьогодні там відбувалося і що відбувається зараз? Ну, вы знаете, в общем-то, для Днепропетровской области, практически во всех регионах, довольно стало все понятно, что там, где находится оппозиционный блок, там обязательно скандал, обязательно какие-то конфликты, обязательно какая-то борьба за власть, за портфели, за возможность управлять какими-то процессами. В общем-то, я собирался ехать в Киев, и мне позвонил мой коллега, народный депутат Андрей Денисенко, о том, что, Александр Иванович, я прошу тебя заехать в Днепропетровский горсовет, поскольку там відбуваються дивні речі. Значит, когда я приехал, у многих депутатов не сработали карточки. То есть они голосовали там за или против, но карточка вообще не учитывалась. По информации, это уже при мне было, депутаты от БПП заявили, что они обращаются в прокуратуру области, правоохранительные органы с целью проверить возможность внешнего втручания в систему РАДА. Со своей стороны Борис Филатов также заявил о том, что он создает комиссию и проводит внутреннее расследование, каким образом произошло то, что карточки у многих депутатов не сработали. Оппозиционный блок начал кричать, что что вы тут всех допрашиваете, что вы тут творите. В общем, ну, как всегда, такой легкий такой базар, после чего Борис Филатов попросил, чтобы те депутаты, у которых, так сказать, карточки не сработали, они встали, заявили о том, что да, действительно, они голосовали за, но по результатам было зафиксировано, что они утрымались, так сказать, от голосования. Это было где-то 4 или 5 депутатов. После этого они потренировались, кнопки понажимали, все сработало. Да, все работало, там, за, раза 3 или 4 они экспериментировали. Когда все убедились в том, что система РАДА работает, они приступили к обычной процедуре сессии. То есть они проголосовали за повестку дня. Первым вопросом выборы секретаря. Они проголосовали за состав, за количественный, а потом и персональный состав членов комиссии. Вот. После этого Борис Филатов выдвинул кандидатуру. Депутаты взяли бюллетни, проголосовали, положили там и в скринку. После этого, когда были просчитаны, было объявлено о том, что кандидатура Бориса Филатова, кандидат на пост секретаря от политической партии БПП, не прошел. 3 голоса не хватило. Ну, здесь аплодисменты со стороны оппозиционного блока, я их понимаю. То есть они абсолютно рады были. На что после этого Борис Филатов объявил о том, что кандидатура в соответствии с процедурой, выдвинутая мэром, она не принята. Следующая кандидатура выносится депутатами. Сейчас я объявляю перерыв. Понятно, он имеет на это полное право для того, чтобы депутаты могли проконсультироваться и как бы там принять дальнейшее решение. Да. Ну, от Укропа должны выдвинуть свою кандидатуру, наверное, секретаря, ну или какую-то согласованную от коалиции, либо, ну, я же не знаю как. Ну и тут со стороны оппозиционного блока, видно, это у них было все запрограммировано, все было как бы понятно, они готовились к этому решению, они сразу потребовали, сразу появился мегафон, сразу появился какой-то спикер, который залез на трибуну, это был Загид Краснов, и начал говорить о том, что мы продолжаем сессию, мы продолжаем голосовать за секретаря, сейчас как бы будут напечатаны бюллетни, и мы продолжим с вами работу. Ну, Борис Филатов сессию не закрыл, то есть он объявил перерыв. Ну и, собственно говоря, все остальные депутаты демократических сил, ну, я, Борис, Загида Краснова с оппозиционным блоком не считаю демократических, они покинули зал. На сегодняшний день, то есть в данный момент, что происходит, они зал не покидают, требуют проведения. Продолжение проведения сессии, на что Борис Филатов сказал о том, что завтра мы соберемся. Там присутствует народный депутат Максим Курячий от БПП, который также сказал, давайте все успокоимся,
обсудим. Каждая политическая фракция имеет право обсудить у себя на фракции, кого она считает выдвинуть, потому что от депутатов необходимо выдвижение следующее по процедуре. И завтра в спокойном режиме все соберемся. Ну, понимая о том, что это какая-то четко спланированная акция, и депутаты от Бориса, от Загида Краснова и оппозиционный блок, они отказались куда-то двигаться и дальше стали двигаться по своему сценарию. Более того, они начали печатать бюллетени, вообще непонятные. Бюллетени печатают только два человека, то есть два члена комиссии, хотя это абсолютно незаконно, должно быть большинство. То есть подписи председателя комиссии там нет, мы ожидаем, что это будет какая-то поддельная подпись, потому что председатель комиссии сам лично ко мне обратился о том, чтобы ему ну, как-то обеспечили какой-то элемент защиты, потому что он боится, что его смогут там выкрасть, куда-то потащить, заставить где-то что-то расписаться на этих бюллетнях. Ну, для того, чтобы... Да, утвердить, чтобы они имели какой-то там юридический статус. Насколько я правильно понял из ваших слов, то есть сейчас находится в сессионном зале АПО-блок и Громадская сила, и они требуют продолжения, ну, так называемого банкета в своем составе. То есть, да, да. И таким они образом хотят проголосовать. Поступила информация о том, что здание заминировано. Ну, они, конечно, подняли это все на смех. Большинство присутствующих в зале, за исключением депутатов Загида Краснова, оппозиционный блок, вышли с этого помещения. Нам удалось, ну, не нам, а новой полиции, там был начальник новой полиции, который убедил всех остальных депутатов все-таки покинуть сессионный зал для проверки здания. То есть на сегодняшний день, вот пока я ехал, я получил информацию, что в самом сессионном зале уже никого нет, кроме специалистов по взрывотехникам. Но они не выходят из зала, то есть не выходят со здания, они находятся на втором этаже. Я просто хотел бы, ну, как бы так в общих чертах, ну, как бы не обрисовать, а подытожить. Резюмировать. Резюмировать, да. Мы видим, прекрасно видим о том, что оппозиционный блок проиграл практически по всем регионам. Пытается и все-таки борется за власть. Я не понимаю, в чем здесь у них власть. Вот они рассказывают о том, должен быть баланс сил. На самом-то деле баланс сил присутствует. Мэром избран с большим перевесом от демократической силы патриотичная организация «Украинское объединение патриотов», членом президиума полицейта, который является. Было предложено от блока Петра Порошенко секретарь, то есть вполне достаточно баланс сил, то есть президентская, как известно, наша политическая сила, она находится в оппозиции к руководству страны, то есть мы критикуем сегодня работу администрации президента, кабинета министров. И вот тут как раз баланс сил полностью соблюден. Но видно, в их понимании баланс сил это когда обязательно присутствие либо оппозиционного блока, либо уже такое сросшееся с оппозиционным блоком, это депутаты от Загида Краснова, где они его же, как бы я так слышал, это уже полемики, они сказали, мы будем выдвигать Загида Краснова. То есть они уже заранее все приготовили. Ну, давайте, наверное, у нас осталось не так много времени, попытаемся спрогнозировать, то есть события еще сегодняшнего вечера и утром завтра откроют сессию, не откроют? Вот. Ну, я думаю, что завтра вполне реально может Борис Филатов открыть сессию, потому что сейчас проходят консультации. Ну, обращаюсь и к депутатам от оппозиционного блока и депутатам от Загида Краснова о том, чтобы они все-таки ну, немножко как бы успокоились, эмоции оставили немножко в сторонке. И завтра пришли и выдвинули своего кандидата. У них есть полное на это право, их никто этого права не забирает. То есть я со своей стороны понимаю, почему такая спешка. Потому что явно вот эти вот три голоса, о которых говорилось, и Александром Санжарой говорилось о том, что три бюллетня, которые то ли подпорченные были, то ли были сфотографированы, то ли были заменены, то ли еще каким-то образом кто-то мог, дрогнул, не дрогнул, тут надо еще разбираться, дрогнул, не дрогнул, на кого мы какие-то давления оказывались. То есть необходимо просто дать возможность сегодня ночь переспать, как говорится пословица, утро вечером мудренее. И завтра утром приступить к обычной нормальной работе. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, і будемо сподіватися, що певна реакція стосовно подій у міській раді буде і від правоохоронців, адже склад злочину має. Ну, ми надіємося на те, що заміновано було ложним, тому що, якщо, не дай Бог, знайдуть ще якусь взрывчатку і знайдуть якісь пристрої, які можуть
навредить нашим депутатам, то, безусловно, здесь надо очень тщательно разбираться. Хотя я не исключаю как бы любых возможностей. Мы знаем о том, как прежняя власть и тот же оппозиционный блок, ну, в прошлом партии регионов, как они вооружали тетушек, выдавали оружие прямо в здании обладминистрации, как они все выходили и избивали в кровь наших патриотов. То есть я как бы не исключаю таких вещей. Дякую, що завітали. Слава Україні. Спасибо вам. Да, героям слава.